Модуль номер 35. Части дерева. Данный модуль предназначен для знакомства со строением дерева, развития мелкой моторики, развития речи. Задание номер 1. Рассмотрите с ребенком данный модуль. Расскажите воспитаннику о частях дерева. Корни, ветви, ствол, крона, листья. Покажите ребенку эти элементы в модуле. Задание номер 2. Попросите ребенка собрать дерево, проговаривая название элементов, которые он ставит в пазл. Задание номер 3. Попросите ребенка собрать дерево на карточке с его изображением. Задание номер 3. Педагог называет часть дерева, ребенок находит соответствующий кусочек пазла и ставит его на место. Задание номер 4. Задание номер 5. Уберите один из элементов пазла. Попросите ребенка собрать дерево и сказать, какого элемента не хватает. Указать на место, в котором он должен находиться.